поручик Колокольцев дерзит, пьянствует. Эй, мой хороший! Надо же как там бороться со скукой армейской жизни. Ты позоришь мундир и фамилию. Я завтра же попрошусь о переводе. Попросись о переводе прямо в цирк! Граф Лев Николаевич Толстой. Как, тот самый? Ну, почему вы знаете? Потому что мне мешает. Заставили тут все своей ерундой. Удушу тебя, жаба. Простите меня ради Христа. Просто какой-то сумасшедший. Николай Ильич, узнаете, почем он покупает гуано? Зачем нам говно из Аргентины? Нашего своего не хватает. Гуано — это не говно, это птичий помет. И этого добра у нас достаточно. Мне кажется, ты меня втайне ненавидишь. Я ненавижу не тебя, а твой этот русский народ, твою любовь к нему. А по роже ты давно не получал? Карцер его. Слава Богу. Ну как мне не любить русский народ? Это же сосуд доброты и милосердия. Я тебя убью. Знакомьтесь, Лев Николаевич Толстой. А мы с вами знакомы. Мы с вами на Кавказе служили. Вы потом описали мне в рассказе «Разжалованный». Солдат, который выпрашивает деньги на водку. Господин поручик, принимайте командование роты. Нижние чины свободны! Ничего мне не получается. Во всем я либо дурен, либо глуп. Беда. Солдаты, шаряк, солому подставили! А ребята же они просто пошутить хотели. Ну что, дымно будет, и бабы голые повыскакивают. У вас начнет все получаться, когда перестанете доказывать, что вы отцу или себе. Не могут же они его казнить за пощечину. За то, что он ударил другого человека по лицу, мы с вами его убьем.